У собак легчайшая походка, легче, чем у бабочек и птиц. От братоубийства до потопа, до размокших кружевных страниц, от кухонных запахов до банных, вплоть до аромата бельевой, до младенцев шумных богоданных, собранных в гостиной в игровой. Легко, как император, хоть и в тяжкой упряжи и скош. Человечью душу аккумулятор актит, что на ангела похож. Этой самой поступи воздушной, как могу не слышать отголос, если мне в последней ночи душной без собаки мерзнуть довелось. Этой самой поступи воздушной, как могу не слышать отголос, если мне в последней ночи душной без собаки мерзнуть довелось.